показ этичных шуб. Хочу сказать, что альтернатива животному меху в наше время есть, и выбор таких шуб достаточно большой. Мы хотим вам представить всего лишь несколько моделей, которые являются самыми популярными в городе Челябинске. Представлены у нас будут две фирмы, которые есть в Челябинске, и шубы, которые продаются на просторах интернет-магазинов. Также образы моделей будут представлены школой профессионального макияжа «Мейкап» ателье «Челябинск». Так, сейчас вы видите одну из первых моделей, которая представлена в продаже в интернет-магазинах. Это искусственный мех. Такие шубки выдерживают температуру до минус 35 градусов, то есть они отлично подходят для уральской зимы. Также изнутри эти шубы отделаны особым утеплительным материалом, флексифилом, который прекрасно сохраняет тепло, не позволяет телу перегреваться и отлично заменяет натуральные шкуры животных. Продажи есть любые размеры, шубы есть как в наличии, так и на заказ. Сейчас мы представим вам коллекцию фирмы «Ансе». Компания находится в Санкт-Петербурге, в Челябинске есть возможность примерить и купить готовые модели. Шубки представлены на сайте добрый-мех.рф. Сейчас вы видите первую модель. Это шубка под черную норку Scan Black, мех корейского производства с утеплителем FlexiFill, длина 90 см, цена 15 900 рублей. В пошиве этих шубок используется мех французского производства Tissavel, а также мех белорусского производства, изготовленный на японском оборудовании, и мех производства Северной Кореи. Шубки Ансе, они гораздо легче, чем шубы из меха животных, весят всего лишь 1,7 до 2 кг. На второй модели вы видите также черную шубку Норка Махагон, мех корейского производства, утеплитель FlexiFill, цена 15 700. И третья шубка, это шубка под белую норку, мех корейского производства, также с утеплителем FlexiFill, цена 12 900, длина 90 см. Четвертая прекрасная модель – это сочетание меха песца и норки. Также очень легкое, теплое изделие. Все эти шубки вы сможете потом померить, потрогать и сами на себе ощутить их качество. Сейчас будут представлены шубки кировской компании «Домино». Они представлены в Челябинске впервые. Это мех европейского производства, имитация меха норки, лисы, песца, также шиншиллы. Причем некоторые модели довольно сложно отличить от натурального меха. Такие вот шубки прекрасно подходят для тех красавиц, которые хотят выглядеть зимой модно, красиво и в то же время без ущерба живым существам. Еще одно достоинство такого меха, то что он не скатывается, не лезет, достаточно прост в уходе и долго сохраняет первоначальный вид. На этой модели вы видите шубку «Автоледи» под белую норку, длина 65 сантиметров, рукав 3/4, стоимость 10 500 рублей. Также есть вот такие вот легкие варианты,
Это жилет под белую норку, качественная костюмная ткань и пояс в комплекте, стоимость 4500 рублей. Ну и венец коллекции, шубка под мутон с капюшоном под горностая, меховой пояс в комплекте, стоимость 12 900 рублей, длина 100 сантиметров. Благодарю вас за внимание. Прошу вас не расходиться из зала. Все шубки вы сможете чуть позже примерить, приобрести. Через несколько минут в этом зале состоится семинар «Сыроедение и аюрведа. Ключ к здоровью». Ведет его Марат Хуснуллин, руководитель Центра аюрведы в Челябинске, астролог, психолог, целитель. Вход на семинар свободный. Всех просим.